Я, честно говоря, больше чем уверен был, что когда будут выносить флаг Российской Федерации, и это увидят те, кто сидит на Камчатке нашей страны, увидев, сразу же гордо воспрянут духом и поднимутся со своих мест. Мне очень хочется верить, что вы точно такие же, как и те ребята на стадионе, когда замолкает наш гимн, они его подхватывают и поют полной грудью, зная о том, что за нашей спиной одна шестая часть суши, которая называется гордо Российская Федерация. И поступив в этот вуз, вам предстоит ее защищать. Как в информационном поле, так в воздушном военном флоте. Все флота, что пехота, что море, что авиация, не обходятся без выпускников военмеха. Но об этом лучше расскажет ректор Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Капустинова, доктор технических наук, профессор Константин Михайлович Иванов.